В региональном управлении Роспотребнадзора и в Центре гигиены и эпидемиологии Тамбовской области сегодня последний день работы горячей линии по вопросам оказания туристических услуг и инфекционных угроз за рубежом. Получить консультацию специалистов можно с 9 до 17 часов. Номера телефонов в Тамбове 4803 82 и 7203 19. Сегодня сразу на трех площадках областного центра будут оказывать бесплатную юридическую помощь. С 3 до 5 часов горожан будут ждать в Центре правовой помощи на Убаревича 3, с 4 до 6 на бульваре энтузиастов 32 и в аппарате Тамбовского отделения Ассоциации юристов России с часу до 3. А в Парке Победы сегодня проведут программу в честь Дня семьи, любви и верности. Для горожан будут работать несколько игровых площадок, на которых можно заработать жетоны и затем обменять их на подарки. Начало праздника в 11:00.